Здравствуйте, с вами Наталья Лисянская, и сегодня я хочу вас познакомить с практикой Афродита. Благодаря этой практике можно значительно усилить свое биополе и магнетизм. Данная практика состоит из трех этапов, но для начала надо научиться правильно дышать, так как во время всех этих этапов дыхание должно быть одинаковым. Во время вдоха живот втягиваете, во время выдоха расслабляете. И вдох и выдох нужно делать быстро и особо не напрягаясь, чтобы нижняя часть живота вибрировала в такт дыхания. Давайте попробуем. Итак, делаем вдох, живот втягиваем, выдох, живот расслабляем. Еще раз вдох, живот втянули, и выдох, живот расслабили. Еще раз вдох, живот втянули, и выдох, живот расслабили. Я надеюсь, что вы поняли принцип дыхания, и поэтому мы приступаем к самой практике. Итак, первый этап – это дыхание животом. Встаньте, пожалуйста, в обычное исходное положение, спина прямая, руки опущены вниз. Сейчас мы будем дышать очень быстро, так как мы вот только что тренировались. То есть на вдохе мы живот втягиваем, на выдохе расслабляем. Таким образом мы будем создавать колебательные движения животом. Итак, наша задача сейчас сделать 8 вдохов-выдохов и просто отдохнуть после этого. Готовы? Давайте приступаем. Итак, мы стоим в обычном исходном положении, спина прямая, руки опущены вниз. Можно ножки поставить слегка косолапые. Итак, делаем вдох, живот втягиваем, выдох, живот расслабляем. Делаем быстро. Еще раз вдох, живот втянули, выдох, расслабили. Вдох, живот втянули, выдох, расслабили. Вдох, живот втянули, выдох, расслабили. Вдох, втянули, выдох, расслабили. Вдох, втянули. Выдох, расслабили. Вдох, втянули. Выдох, расслабили. Вдох, втянули. Выдох, расслабили. Теперь немножко отдохните. И мы переходим ко второму этапу нашей практики, который называется сокращение мышц. Мы будем дышать так же, как дышали в предыдущем этапе. То есть во время вдоха живот втягиваем, во время выдоха расслабляем. Но к этому нужно добавить еще сокращение мышц промежности. Итак, мы будем сейчас втягивать на вдохе живот и все мышцы промежности, на выдохе расслабляем. И таки делаем 8 раз. Вдох втянули, выдох расслабили. Вдох втянули, выдох расслабили. Вдох втянули, выдох расслабили. Вдох втянули, выдох расслабили. И еще раз расслабили. Втянули. Расслабили, тянули, расслабили. И еще раз вдох тянули, и выдох расслабили. А сейчас положите руки на область матки, два пальчика ниже пупка. Сейчас мы будем переходить к третьему этапу практики, который называется движение энергии. Закройте глаза. Представьте, как в вашей маточке начинает формироваться шар энергии. Просто проговорите. Я женщина. Я источник энергии. Я источник наслаждения. Сделайте вдох. И на выдохе поднимите шар энергии из матки в область солнечного сплетения, 3 пальца выше пупка. Положите на эту область руки и, удерживая внимание в этом шаре, представьте, как с каждым вдохом шар становится все больше и ярче. Проговорите: я женщина, я хозяйка своей жизни. Я источник силы. Я хранительница. Сделав вдох, на выдохе поднимите шар энергии из области солнечного сплетения в центр груди. Положите на эту область руки. И, удерживая внимание на этом шаре, представьте, как с каждым вдохом шар становится все больше и ярче. Ощутите, как эта энергия начинает согревать вас изнутри.
и с этим ощущением проговорить: «Я женщина. Я пришла в этот мир, чтобы дарить любовь. Я люблю и принимаю себя и окружающий мир. Я – это любовь». Сделайте вдох и выдох, удерживая внимание на шаре энергии, наблюдая, как с каждым вдохом шар становится все больше и больше. И в какой-то момент энергия шара в виде лучиков начинает наполнять все ваше тело. В этот момент вы ощущаете, что вы источник энергии, и эта энергия способна исцелять, мотивировать, давать силу. И все это есть в вас. Вы источник всего. Сделайте вдох и выдох, ощущая свою наполненность. Ощущением своей наполненности сделайте несколько маленьких шагов, осознавая, что вы сосуд, который доверху наполнен энергией и любовью. Ощутите себя наполненным сосудом, прочувствуйте свою наполненность и запомните это состояние. Запомните каждой клеточкой своего тела. А сейчас сделайте вдох и выдох и опустите шар энергии из центра груди в область солнечного сплетения. И еще один вдох и выдох. И опустите шар из области солнечного сплетения в матку. Мысленно поблагодарите шар за свое наполненное состояние. И сверните его до таких размеров, с которыми вам будет комфортно и удобно. Сделайте вдох и выдох. Еще один вдох и выдох. Медленно, не спеша, откройте глаза. Почувствуйте, что изменилось в вашем состоянии. Какая вы теперь? Какое состояние, настроение, ощущение подарила вам эта практика? У вас есть все, вы источник всего. Просто помните об этом. Я желаю вам счастья. С любовью, Наталья Лисянская.